Па-п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 а. Эй, всем привет! Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, как вы видите, вернулись наушники, правда, это не мои старые, это, короче, мои новые, но точно такие же, кроме как одна циферка, другая, те были Gamescom 780, это 788, наконец-то они приехали уже из другого магазина, в другом заказал, тот, короче, я послал нахер, потому что надо свои слова держать, если сказали, приедет Восток, то значит приедет, не приехал, нихера, приехал на следующий день, я сказал, идите нахер, я уже заказал в другом магазине, и... Все. Собственно, возвращаемся мы к старому виду практически. Давно я не играл в Ведьмака в 7.1, так сказать, потому что те наушники от Плойки, они тупо стерео, а эти виртуальный 7.1 звук разбивается, USB-шные наушники. Короче, замечательно, звук совсем другой. Красота, весело, хорошо, замечательно, сам себя практически не слышу, это меня больше всего радует. Так, обследовать Ведьмачье чутье. Давай, поехали. Мы, напоминаю, выполняем квест по сбору нашей... Еще не высохло. Больше ничего. 11 друзей. Или обрывается, или ведет в воду. 11 друзей, короче, Геральта мы собираем, потому что нам нужно грабить, короче, практически караваны, только не караваны, а местную сокровищницу, чтобы... Опа! Что за херня висит? Местную сокровищницу, чтобы что-то там добыть. Нам что-то надо, потому что нам этот сказал пес, короче, лысый, хитрый, что что-то нам нужно там добыть. Поехали, С. Что за такое? И, то есть, по-твоему, Геральт, он до сих пор жив, да? Это, я так напоминаю, это он взломщик наш. Ага, все ясно. Короче, взломщика нам этого не видать. Уго в самом деле лег на дно. Ну что ж, придется нанимать Эвелину. А я думал, будет выбор. Я все-таки так и не хотел нанимать эту женщину, потому что... я уже объяснял эту хрень. Все будут вместо того, чтобы нормально работать, нормально выполнять свои дела, будут пялиться на ее сиськи. А что еще делать-то в конце-то концов? Так, секунду, у нас тут есть подмастерье. Давайте попробуем хоть здесь. Где у тебя? А, мы у нее уже были. Я все хочу... Мне, кстати, сказали, что я зря сделал с мечами эту хрень, которую сделал, потому что у меня здесь все эффекты использования сохраняются. И здесь то же самое. Надо было сюда что-то другое подставить, потому что этот эффект с одного оружия работает на оба. Ну ладно. Будем иметь в виду, если я не забуду. А, кстати, секундочку, я пока не забыл. Нам надо с вами открыть сокровищницу, во-первых. Слинные уши, ну-ка давай их наденем. Можешь надеть? Куда надеть? Куда-то же можно их надеть, нет? Где-то надевались. На, нихера. Так, а, вот сюда что ли? Так, ослиные уши и... Очки, ладно. Геральт практически пиромант уже. Так, волчий час. Где-то у нас еще должна быть это, как ее... сокровищница. Нет, это филактерия, это не то. Которую мы купили с вами на аукционе. В ней, по-моему, что-то должно было быть такое ценное. Вы мне все писали, писали, а я все никогда никак. Так, ладно. Противизиратор, волчья маска, это не то. Погоняем пока в очках. Это, он очень похож на этого. На пса из Антилдона, который бегал с огнеметом. Вот точно вылитый прям он, копия. Так, где же сокровищница-то, мать твою за ногу? По-моему, короче, это просто какая-то полнейшая жопень, потому что, во-первых, нам нужна не шкатулка, как я выяснил, пересматривал, короче, видео с аукционом, нам же не шкатулка, а статуэтка, но все же этой статуэтки здесь в упор не вижу, если кто-то ее увидит, то я не знаю, здесь нету, ну вот ушки волка Эвили Рюс, волчий час и все. Возможно, я ее уже как-то открывал, возможно, я куда-то просрал, напишите в комментариях, потому что куда могла деться статуэтка, я за нее вообще-то деньги отдавал, ну серьезно, ага, вот она. Это вот это что ли? Твою ж мать, как ее разбить-то? А как ее разбить? Подожди, ее же как надо разбить. Предмет необходимый для задания. Ну смотри, он... Это, по-моему, тот же самый орел, да, это он. Как вот ее разбить, интересно, я пока не понимаю. Короче, напишите мне тогда в этом... В комментариях, как разбить эту статуэтку. Продолжаем. Собственно, вот так вот выглядит Геральт в очках. Он реально очень сильно похож на того чувака. Чё, тебе из моих очков, что ли? Нормальные очки, что ты угораешь надо мной? Красивые, хорошие очки. Так, нам куда вообще надо-то? Давайте быстренько глянем. Ну, естественно, нам надо, во-первых, вот сюда, вот к этому. А во-вторых, мы там перенесемся. Геральт будет бегать в очках. Можно, конечно, еще было надеть уши, но уши и очки одновременно не надеваются, поэтому... Или они надеваются, подожди-ка. Может, надеваются, кто его знает-то. Ты куда у меня? Сюда? Точно. Геральт, ты издеваешься? Что ты? И куда вы пропали? Слышь, чё, алё?
Так, и очки уже просрались, что за дела-то? Может, я выкинул их? Да не может такого быть, куда очки-то пропали? Чё здесь всё пропадает так быстро? А, вот они, ядритуя. Ну окей, пусть будет рок и пусть будут очки. В очках круче, чем в ушах. Да, в очках круче, чем в ушах, потому что уши круче смотрятся. Точнее, очки. Поехали. Так, доступные задания. Вместе можно начать новое задание. А какие там задания вообще? Чё это? Давайте попробуем туда сбегать. Я тебя вот сюда поставлю, да, посмотрю. Просто, как бы, если это какие-то интересные дополнительные задания, то можно их посмотреть. Если это, опять-таки, какое-нибудь говно в стиле «иди посмотри, что там с ним случилось», или «иди посмотри, кто там бегает, обитает и убей его», то это немного неинтересно. Это нам куда надо? В поместье, за? Сука, это надо в поместье, твою же мать. Ладно, пойдем в поместье. Можно запрыгнуть здесь? Эх, Геральт, херовый из тебя паркурщик. Ну, он почти достал. У него почти получилось. Вот. Тут он почему-то запрыгивает. Там он почему-то не хочет. Так, уговорите Эвелину Галлоу участвовать в налете. Ну, мне кажется, Эвелина Галлоу без уговоров пойдет, потому что Геральт подойдет и скажет, ну, Эвелин, в конце-то концов. Ты что ли? А, сегодня бы я лизнул. Еще бы ты еще лизнул. Лизнул, он говорит. А, фу ты, мать твоя, это странные скачки. Ладно, ясно, понятно. Так, пойдем тогда на основное задание. Ну-ка, слезь. Эть, красава. Так, подожди, у меня есть, по-моему, доступные очки, да? Ну-ка. Мы там, по-моему, с вами что-то качаем даже. Так, умение персонажа. Мы с вами... Опачки. Чего нам не хватает? Не хватает вот этого. Это два из трех. Да, смотри-ка, можно. Опа, хорош. Красота. Так, 500 здоровья мы убрали. Да, 500 здоровья мы убрали. Оно нам, в принципе, нахер не надо. Ну и похеру. Поехали. Так, Эвелина Гало. Она, по-моему, циркачка, если я ничего не путаю. Она работает в цирке. Работает в цирке. Она какая-то трюкачка там, эквилибристка, как ее там правильно называется. И она должна нам помочь участвовать в налете, чтобы лазить там, пролазить, чтобы залезть в башню, потом открыть нам ворота или что-то типа такого. Ну, пойдем уговорим ее. Кто ты? Ты, Эвелина. Здорово. Так, уйди, молодой, у меня серьезный разговор. Да, пусть возвращают. Как только у нас неприятности, ты валишь всю ответственность на меня. Как тогда в Мариборе, помнишь? Ах ты ж сучонок такой. Не уходи от темы. Я могу помочь? Смотря чем. Сука, в очках такой подрулил. Геральт из Ривии, ведьмак. Ты, Эвелина Галло, ласочка. Для друзей. Отвали, серьезный разговор, слышишь? А ты говори, чего хочешь? Ну, с глазу на глаз, как бы. Хотя, ладно, она все равно скажет, ну-ка, этот, отойди, а так мы скажем ей с глазу на глаз, она скажет, а ты не доверяешь моим одноциркникам? У нас нет друг от друга секретов, пошел нахер. Ладно, на. Для тебя есть работа. Правда? Какого рода? Анонимное выступление в одном аукционном доме. Без публики. В награду все, что унесешь. Эвелина, подумай, мы его не знаем. Уйди как отсюда, это не знаем? Ну. Он же представился. Ты что, не слышал? Геральт из Ривии. Когда это я представился? Ты меня прекрасно поняла. Мы не знаем, можно ли ему доверять. Я не представлялся. Доверять никому нельзя. Это правильно. Мы можем договориться. Видишь ли, у меня проблема. Какая? Ты эльфийка? Во. Дай угадаю. Нужно убить чудовище. Где-то наверняка, но не здесь. Мне продолжать или будешь угадывать дальше? Понимаешь, один из наших артистов, Ван Соколиный Глаз, потерял зрение. Как неловко-то. Напился какой-то дрянной сивухи. Глаз. Жаль его, конечно, но дело не в этом. Сивухи. Мы продали все билеты на наше выступление. И? Я цирковать не умею, что ты хочешь от меня? Зрители ждут. Так что или кто-то его заменит, или надо будет возвращать деньги. И все бы ничего, да только мы их уже потратили. Ай, очки прогружаются не вовремя. Вижу, к чему все идет. Ну тогда сразу к делу. Выступи здесь вместо Ванна, и я тебе помогу. А что делать нужно делать? О! Скакать через пылающий обруч? Нет. Берешь арбалет и стреляешь в цель. Ой, да это без проблем. Не знаю, насколько это хорошая мысль. Это я вообще меткой... Я не знаю. Там будет видно. Ну так как, ведьмак? Ты согласен? Да ясен-красен. А, да, конечно. Не, и не буду никому платить, мне так ну, денег нет. Из арбалета я стреляю неплохо. Добро, я участвую. Прекрасно. Ну что, начинаем? Людям не терпится. Так поехали, прямо конечно, сейчас? Без проблем. Вот так, без репетиций? Что, да репетировать, что стрелять надо?
Тебе просто нужно выстрелить в цель. И попасть, кстати. А, попасть еще надо. Да вы сразу не могли сказать. Попадать-то я не особо. Ладно. Была не была. Начинай. Она просто сказала, надо выстрелить. Вот это говорит, мне надо нравится. Попасть. Не боишься рисковать, да? Да вообще не грамульки. Идем. Пошли. Надо было сразу эти в контракт прописывать. А теперь, дамы и господа, гвоздь программы. Перед вами Геральт из Ривии. Победитель состязаний стрелков в Ангрине, Долблатана и Биндюге. И еще много других непонятных слов. Да, это я. Вау! Да-да-да, давай погромче, погромче кричи. Геральт, хватай арбалет и за дело. Без проблем. А в кого стрелять-то? Пацану в шляпу? Я не попаду. Пацан зря кричал, вау, это были последние слова чего в его жизни. Чего ты ждешь? Ты что, спятил? А, ну давай. На-ка. Красава вообще! Опа! Красава, на-ка! А что будет с ему в ногу попасть? Секунду. Подожди. Ай, в меня попал! Попал в меня, сукин сын! Это тебе за то, что свои дела, не в свои дела не лез, понял? Ого! Класс! А, пацану понравилось, это самое главное. Леди и джентльмены, этот, необычный номер завершает наше выступление. До новых встреч! Да, пока. Если есть у кого-то лишние ноги, давайте я постреляю. Не, надо же было попробовать в конце. Ты живой? Да, живой! Пошел ты с глаз моих, идиот! Не, ну 4 из 5, что ты хотел. Очень хорошая меткость, прости, между прочим. Я стреляю неплохо, но не идеально. В конце-то да концов. Да ладно. Ван тоже промахивался. Я его залатаю. Окей. Ну, одно выступление позади. Когда следующее? Пошла ты нахер, какое следующее, алло? Знаешь, дом травника неподалеку. Ты про это. Зайди и спроси у него вытяжку из кровавника. О, тайна. Обожаю тайны. До встречи, ведьмак. Пока. Бляха, ну я попал 4 из 5, ну надо было просто попробовать. Так, отправиться в лагерь наемников, поговорить с Квинто, уговорить Казимира участвовать в налете. А кто из них кто? Подожди. Дай-ка посмотрим. Так. Квинто, сокровище капрана. Мастером первого метода был некий Квинто, лучший медвежатик серого во втором. На втором же специализируется Казимир Басси, краснолет родом из Макахама. Подожди, а кто из них кто-то? Дела семейный медвежатник. Ну это понятное дело. Только как бы... А, вот они написаны. Ольгерт, Ольгерт, таинец незнакомец сообщил по секрету. Это есть описание? Нету нихера. Ну ладно, давайте, так. По-моему, лагерь наемников значит Квинта. Точно, лагерь наемников, он сидит в тюрьме, это я помню. Все, все хорошо. Просто я не хотел тревожить того, который сидит с женой. Че его, в принципе, тревожит, он же... Семью себе организовал, ему не до этого сейчас вообще. Куда нам, далеко, нет? И, да, в принципе... Не, ну как бы вот до сюда надо бежать, само собой. Не надо его тревожить, он уже живет спокойной жизнью, от всех дел он уже отошел. Чем мы припремся, скажем, ну и идти твой, Казимир, ну в конце-то концов. Ты давай завязывай с вами этими семьями, и детьми, и женами. Поехали воровать. Не факт, конечно, что ты выживешь, не факт, что ты живым доберешься до дома, но... Нам же насрать, нам же нужна твоя помощь, в конце-то концов. И он, соответственно, придет и скажет, да, конечно, естественно, без проблем. Правда, он скажет, конечно, пошел ты нахер, дебил. Я никуда с тобой не пойду, и все. Поэтому не будем позориться, а сразу пойдем, короче, в лагерь наемников, попросим освободить этого пса. Они его освободят, естественно, за деньги, или за то, чтобы я кому-нибудь что-нибудь сделал, кому-нибудь что-нибудь помог. А я говорила, что так и будет. Ты говорил так? Окей. А, ничего нового, ладно. Новые задания, по-моему, они с этими. С печатями, а просто листочки это новые места на карте нам отражают, где всякие сокровища, херовища, всякие эти там, как называют-то, матки чудовищ, о, гнезда, матки чудовищ, да-да, а что так далеко-то? Я что-то не сюда портнулся, что ли? А, ну естественно, не в ту сторону чутка, вот, ну чё. Не, подожди, ты меня запутал, перепутал. Где лагерь наемников-то? Ах, падла какая. Ладно, бежим назад. Вот плохо, когда сделаны вот эти вот непонятные в две стороны одни и те же задания. Но зачем это делать? Надо поставить как бы одно.
Ну нет, они предлагают, короче, наугад выбирать и бежать туда, куда надо. Так, неинтересненько. Здесь, ну, естественно, это же деревня, он здесь живет с женой, ну все понятно. Я к нему не пойду, ни ногой, нет. Не хочу, я пойду лучше заберу того. Он все равно в тюрьме сидит и... Делать ему нечего, в принципе. Поэтому пойдем к нему. Че он там без дела просиживает свои штаны на него просто зря? Так, я вот уточню, короче, немного этот момент. Таким вот образом. Иначе нахер. Опа, вот туда. Я, конечно, понимаю, что она немного мигает, что она выделяется от той. Отделяется, но все равно непонятно ни хера. Воу! Бандиты? Здорово, бандюки. А, ты, может, достанешь себе пушку какую-нибудь? Нет, Геральт? Раз, один. Два, три. Ты смотри, еще контратаку у меня успел провести, собака такая. Так, бандиты. Мне надо вас что-то взять. О, наркоманы, смотри, бандиты-наркоман. У них фистштех был. Нельзя так, ребятки. Это, получается, мы накрыли наркопритон. Бандитский наркопритон. Чтобы вы просто так там не сидели и не бодяжили свою херню. Так, давайте-ка заточим. Залезь. Опа, вот оно. Вещи были улучшены. Оружие было улучшено. Все, смотри, навсегда. Реально навсегда. Нету... Ой, хорошо-то как. Хорошо-то как. Здорово, чувак, пошли. Ты Квинто. Именно так. Очень приятно, с кем имею честь. Со мной. Эй, здесь ничего приятного не будет. Прочь от клетки, ведьмак. Давай договоримся. Я тебя не бью, а ты мне даешь этого. Ну-ка, рассказывай. Чем он перед вами провинился? Перед нами? Ха, ничем. А вот пара банкиров назначила неплохую награду за его голову. И что теперь? Господин Ганс из Цидариса, человек предприимчивый, решил поймать меня и обратиться за наградой. А тебе кто встревать позволил? Заткни пасть! Он вообще-то и не пленный, он просто это как бы, слышь, что, он мне нужен. Квинта мне нужен, живой. А мне нужны деньги. Много. 300 хватит? Но мне-то все равно, кто за него заплатит. Банкиры или ты? Сколько тебе надо? Я говорил, человек предприимчивый. А я говорил, закрой пасть. Не перебивай. Злой предприимчивый человек. Так о чем это я? Ах да, хочешь, чтобы я его отпустил? Заплати по гончему листу. А сколько стоит-то? Давай лучше договоримся. Ганс, чтобы получить награду, тебе пришлось бы возиться с доставкой Квинта в нужные руки. А это хлопотно. И долго. А время, как известно, это деньги. Да-да-да. К чему ты клонишь, ведьмак? Я тебе не даю ничего. А я здесь. Избавлю тебя от неудобств. Так, может, уступишь в цене? На сколько? На все. Так, давай на сотку. Опа. Да ты спятил. Да как так-то? Это очень разумное предложение. Да, конечно, разумное. Да ты вообще не предприимчивый ни хера. Давай вот так. Ну, я не знаю. Не знаю. Хо-хо, да соглашение рукой подать. Толку-то, толку-то. Ну давай вот 179-то заплачу, на. Ладно. На это я могу согласиться. Скинул сраную 21 монетку, консенсуса. Потише. Ведьмак еще не заплатил. Как не заплатил? Забирай. На. Че такое-то, на. А у меня нету, что ли, столько? Вы че? Я еще вернусь. Чё-то я не помню, у меня что, денег нет? В натуре денег нет, ты понял, да? Вы чё? Где торгаши-то все? У меня реально нет денег, вы издеваетесь, нет? Сука, а кому денег-то продать? Эй, давай как-нибудь, слышь, чё? Ты, видно, не знаешь, что делать. Вы хорош, дайте торгашей-то мне мою. Реально денег нет, все деньги просрал, сука. Вот дурак, а. Так, а тебе-то купить алхимический ингредиент? Да вы, ну серьезно, вы чё? Бляха, ладно, пойдем в хижину наем этого травника. Нам надо попасть назад, но игра, на реально деньги. Когда они успели кончиться, я же ничего не делал. Я всего-то лишь пытался улучшать свои эти, как их там называют-то? Как их называют? Ну эту херню, оружие свое, вон. И реально все деньги просрал. Как это так? Да не, да беги, Геральт, нормально уже. Додумался, серьезно прям, а? Я травнику не хочу не продавать ничего продавать, потому что травник псина. Он одни травушки свои муравушки заберет, а я пойду лучше к какому-нибудь кузнецу. Так, где кузнец поближе к чему-нибудь прям? Надо в какой-нибудь двор. Корчман Распутье, это херня.
Там вообще что-то ничего не отображается. Тут заточить. Вот, деревня Альнес, там по-любому... Нет, что-то ничего нет там нихера. Ладно, пойдем сюда, вот в Оксенфурский порт. Там есть, я помню, там был прям этот кузнец. Кузнец молодец. Ему мы сейчас затолкаем, короче, свои все эти. Нам надо-то всего лишь, сколько там, 179 монет. Так, кузнецу сейчас быстренько поставлю тычку. Вот это обосраться, вот это реально прям. 200 монет. Надо было что-нибудь за кашу и выполнить. Да нахер мне это надо, от тебя еще держаться подальше, что и собака не такая. Так, опачки. Да, я вообще отличный просто. Ты просто меня не знаешь нихера еще до конца-то. Где? Время сколько? Время 03:56. Давай поспим. До 11 мы днем. Сейчас все проснутся, весь город восстанет. И мы кому ничего не продадим. Вот, ты же этот. Да, вон, 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 кузнец, купец. Все отлично. Так, здорово. Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня... Я не сомневаюсь. Так, давай-ка. Посмотрю, может что-нибудь... Так, что тебе толкнуть-то? Раз, два, три, четыре. Это что такое? 15 дополнительное золото. Вот это, кстати, надо поставить вместо моего, потому что... Что-то вообще за копейки прям покупает. Реально за копьи прям, за никчемные. Что тебе еще брать? На, хавчик тебе. Да. Я его все равно не жру. Что такое? Зелье тиран? Нет, пусть будет. Зелье нам всегда пригодится. Так, 510 уже монет. Что еще тебе толкнуть? Быстрей. Давай с тобой подумаем. А больше ты ничего не покупаешь, собака, да? А, нет, смотри. Необходимо для задания. Разобрать. Цена 1. Что-то все очень дешево как-то. Что, реально все по одному? Прикинь, вообще по одному. Так, нечестно. Ну ладно, давай отдадим. Все равно не надо. Ведь тут что-то сверлит, короче, если вам слышно, я тут ни при чем. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Немного денег мы с вами подлутали себе, подмотали. А больше реально продавать-то нечего. Седой. Чего они все обзывают? Пусть седой-то нормальный я, не седой ни хера. Подумаешь, это специальная просто белая краска для волос. Причем седой сразу. Не надо так говорить. Че, назад? Попробуем его выкупить за 179. Как? Это ж надо было так реально лохануться и взять, короче, и не додуматься до того, что там реально не сможем мы ничего купить. Я привык уже с самого начала, что у нас денег все время дохерищи просто. А тут на тебе такой нонсенс произошел. Ну, взять и не купить себе сраного пленника. Следить. Надо следить за своими этими. За своими этими, вот этими своими. Мне немного напрягает вся эта херня, которая вот по бокам, по этим. Но уже поздно ее убирать, потому что люди к ней привыкли. Поэтому я не буду ничего убирать. Доспех улучшен, все улучшено, теперь у меня это навсегда, это хорошо. Так, Ганс, на, держи. Ведьмак, Геральт из Ривии. Да твою же мать. Ну так... На. Ладно, потрачусь. Возьми. Он, в принципе, какие-то копейки здесь запросил. Ну, 179, что это за деньги? Ничего чем чувствовать в руке кошель полный золота. Да там две, ну, монетки. Ладно, Клинта, повезло тебе. Что? Как ты? Рыбьей костью, еще вчера. Я все ждал удобного случая, чтобы вас покинуть, но тут появился ведьмак. Как ты рыбной костью смог открыть замок? Она же тоненькая, дрищенькая. Пусть это будет моей рекомендацией. Ну а теперь скажи, зачем ты меня искал? Будем дело делать. Давай, опа. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня открыл. Довольно большое. Интригует. С удовольствием узнаю подробности. Тогда дом вали. Травника под Оксенфуртом. Спроси там вытяжку из кровавника. Так, у нас остался, по-моему, кто-то еще. Нам всего нужно еще. Да, приготовить очищающую микстуру. А где ее взять? Ты в смысле? Оксенфурт. А как, где ее? Серьезно, это где-то в этом, что ли? Эй, алхимия. Ну, допустим, нет, назад. Так, приправа, которая ослабит солдат. Как она называется? Очищающая микстура. Приманка на черта. Превращающая обычного человека в ведьмака. У меня такая есть. Как он правильно называется-то? Так, приготовить очищающую... Очищающую микстуру, конечно же. Где-то только что я видел. Вот она. Давай. Опа.
Все, хорош. Теперь у меня все есть. Теперь я готов к выполнению задания. Подслушать разговор данских солдат, планирующих, патрулирующих Оксинфурт, и выяснить, где искать их повара, который спрашивает другого повара. Повар, ты повар. Ну, поехали. Так, 300 метров откуда? Плотва? Пойдем. Восстала из ржи прям. Она пряталась там, сидела. Поехали, плотва. Не будем уж быстрыми этими перемещениями перемещаться. Есть плотва, пусть скачет, пусть отрабатывает свои гонорары, свой овес. Чем там еще кормит лошадей. И вообще все, что ей, короче, полагается. Мы же ее кормим, моем, гладим. Плотваска, плотва. Все ясно. Так, ладно, побежали так. Здесь плотва все равно галопом бегать не сможет. Насколько я помню. Потому что это как бы уже город начинается, а по городу плотва, видите ли, не бегает. Плотва такая, знаете, культурная. Она, знаете, мизинец она оттопыривает на копыте, когда пьет кофе. Да-да-да, плотва она такая. Плотва не из простых дворян, этих, как их, дворян. Плотва, между прочим, королевской крови. А вы вот не знали, а я вам серьезно говорю. Пойдем подслушаем. Лучшие товары по эту сторону Понтера. Где солдаты-то? Ну и где? Вот эти, что ли? Эй, пацаны. Мутант. Сам мутант. А, ведьмачье чутье. Ну, в конце концов, опа. Ага. Послушаем. Этот капрал Вацлав откуда взялся? Доброволец. Говорят, медкомиссию подкупил, чтобы в армию попасть. Он псих или как? Именно что псих. Потому ты комиссию и не прошел. Заплатить, чтобы подкупил. Подкупил. Я-то думал, меня уже ничто на свете не удивит. Это да, это странно. Ни слова о поваре. Так, это повар. Где? Выйдут повара-то, нет? Кто еще с кем разговаривает? Где? Внутри где-то? Чувак вместе со мной на пару поет. Ну, нас с ним просто похожи эти баритоны или что-нибудь типа того. Где солдаты-то? В окошке здесь, что ли? Послушаем. А у этого Хорста Барсони есть какая-нибудь дочка? А тебе-то что? Ну, ты подумай, затесаться в такую семью, как сыр в масле катался. Поверь мне, в семью Барсони лучше не попадать. Почему это? Потому что от них одни хлопоты. Ха. Ничего интересного. Да что ж ты будешь делать? Где нормальные охранники-то? Где охранники, которые выдают государственные тайны? Что за дела? Ага. Послушаем. Да в смысле дальше-то? Сегодня на ужин должно быть рыбный суп будет. О, а ты откуда знаешь? А я когда с утра шел через запад... Утром. Видел Мартина на причале с удочкой. Не повара, сокровища. Чем жаловаться на них? Да в смысле? Не повара, сокровища. Чем жаловаться на нехватку провизии? Сам нам жратву достает. Все ясно. Но еще бы он не пихал чеснок в каждое блюдо. Ну ты зря, брат, про чеснок-то ты зря. И это ты зря. Больше его мне знать и не надо. Ну я уже давно об этом узнал. Так, навестить в течение дня гарнизонного повара и убедить его помочь. По-моему, убеждать его можно как угодно. Уйдите, молодежь. Да едите. Убеждать его можно как угодно. Можно, короче, бить. А можно выпрашивать, можно вымаливать, можно прикинуться дебилом и сказать, что если ты мне сейчас ничего не расскажешь, сука, я тебя убью. Я тебе серьезно говорю, падла. Расплакаться, упасть и бежать в канаву. Он подумает, что я дурной, побежит за мной, чтобы вылечить меня или изучить. Я его в это время убью, сам прикинусь поваром, короче, отравлю всех солдат, убью всех солдат и вообще насрать. Геральт говорит, нет, нельзя убивать людей, надо что-то делать как-то по-другому. Так, поговорить моряк. Моряк, подожди, моряк. Моряк это не повар, а нужен повар. Ты повар. Ага, вот и повар надо думать. Здорово. Ну как там, клюет? Ну да, клюет. Ну а ты? И он клюет. Чего? Сидит, поклевывает. У меня тут одна микстура. Заплачу тебе, чтобы ты подлил ее в суп парням в гарнизоне, когда я дам тебе знак. Ничего страшного. Им просто покажется, что рыба была с душком. Но это как бы будет дорого стоить. Карму строго попортит. Так, опять денег не хватает. Да ты издеваешься, сука.
Знаешь что, поговорим позже. Еще Пятихатыч где-то надо подрубить, да вы чё? Не могли сказать-то, товарищ разработчики, что мне сейчас в этих заданиях нужно будет дохера денег. Где можно денег подрубить? Денег срочно надо подрубить, подожди. Да, по карте надо что-то подрубить. Это же беда просто, серьезно, как это так-то? Так, ты кто такой? Гнездо чудовищ. Неизвестное место. Я где? Ну пойдем вот сюда, ладно. Пойдем попробуем туда сходить. Это через мост. Не, нахер мне эти мосты. Где там надо реально бабок-то рубануть? Пятихатыч, прикинь, целый Пятихатыч. Где я его достану сейчас? Сейчас на тот берег переплывем, пару гнезд, возможно, откроем, пару гнезд вскроем, пару кладов найдем или что-то вроде того. Ну, за что можно денег поиметь. И спокойно скажем, ладно, чувак, на 500. Я бы дал ему даже 505. Он, в принципе, рискует своей репутацией, как бы все будут думать, что... Бляха, ну повар-то гнилой. Повар-то варит нам какую-то бодягу. Ловит нам и втирает несвежую дичь. Поэтому пошел-ка он нахер. И все. И он лишится своей работы. Хотя ему тихо, мирно, он кормит солдат, они его уважают. Рассказывают прям вон какие хорошие ведь новости. То, что он сам добывает. Прикинь, провизию не привозит, а повар идет на рыбалку. В дождь сидит. Без пива и ловит им гребаную рыбу. Так, опустевшее селение. О, вот здесь сейчас наберем как раз нормально. Так, спокойненько. Опа. А, это утопцы. Да, я-то думал, иди, твою мать. Здорово! Я думал, тут кто-то серьезный, а тут сраные утопцы какие-то. Да уйди отсюда. О, они меня даже не бьют. А с них, в принципе, ничего не соберешь нихера. Окей, ладно, пришли они. Молодец, Геральт, молодец, наслаждайся видами попозже. Опасность миновала. Так, купец, давай-ка я что-нибудь продам. Приветствую. Здорово. Так, показывай. О, кроны X50. Кронов дали маленько. Не хватает совсем чуть-чуть. Чё бы тебе продать-то, собаки такой? По 11.33 это мало. Это вообще единичку стоит. Так, ладно, на тебе рыбу. На тебе мясо. На тебе яблоко. На тебе нахер уши. Еще чутка, еще маленькая. Он здесь ничего не берет, ты представляешь, же? Опа, что-то берет, ладно. Во, шкура. Шкуру нахер ты кто такая? Поношенная шкура, на. Статуэтку не дам. Ухо-хуга, не дам. Чистое серебро. Слишком дорого для тебя будет, физштех. А, во, физштех, нормально. Да, опять не хватает, что ты будешь делать-то? Шкура белого волка, волчья шкура. Еще что-то продал, гниющее мясо. Это кто такой? Во. Ты что такое? Вот и все. Хорош. Ладно. 518 есть. Бывай. Бывай. Ну это реально просто. Это какая-то жопа прям полнейшая. Так, есть вот переключатели-то быстренькие? Нет, то придется пешком. Оказывается, в Ведьмаке, короче, денег... Без денег делать абсолютно нечего. Или задания такие сложные пошли, что реально нужны просто деньги в каждом разговоре. Этот без денег не отдаст пленника. Тот без денег не сварит мне бодяжный суп. Вы чё вообще? Вы забыли, кто вас от чудовища защищает или где? Чё-то командуют мне. Туда езжай, сюда езжай. Спокойно. Не болезнь. Вот чё он хамится-то? Взывает меня болезнями, больным каким-то. Разошлись! Мимо них только что со скоростью, короче, света пронеслась лошадь, а им на это насрать. Тихо! Слезь! Сделаем, короче, козырное. Вот это, ну кто? Кто не мечтал прыгнуть с моста прям вот так вот на рыбку прям навернуть? Главное, чтобы мост высокий был, а то можно будет потом вместо рыбки прикинуться копьем, которое вошло в землю, и больше не спать, как тот Хуга-Уга, как его там правильно зовут. Так, чувак, на, Пятихатыч, достал ты меня. Хорош рыбачить. На. Отлично, возьми. Жди сигнала, и никому не гугу, уразумел? Мы ничего не знаем. Так, отправиться к дому травника, чтобы подготовить налет.
Ну окей, на зубах. Давайте на этом закончим. В следующей серии пойдем готовить налет. Налетим на дом травника, и все у нас будет хорошо. Хорошонько. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в этой самой следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.